красивый вид, красивые лошади, нам весело здесь. Нам понравилось на лошадок смотреть. Ну, а смотреть, а кататься? Ну, мы еще ничего не катались. Также тут есть где пофоткаться, красивые вот фото. Мне понравилась сама атмосфера мероприятия, чем она наполнена, радостью, улыбки, эмоции. Праздник детства – это всегда рассказ про улыбки, веселье, музыкальные представления и, конечно же, про исполнение желаний. Так уж вышло, что у очень многих родителей нет возможности организовать для своих ребятишек увлекательное путешествие в сказку. Да и конные прогулки не всем по карману. Однако при поддержке политических организаций, региональных профильных ведомств, да и просто неравнодушных людей, детские мечты имеют особенность сбываться куда чаще. Сегодня получилось собраться стольким детишкам практически со всех районов республики. Мероприятие организовано региональным отделением партии «Единая Россия» при поддержке Джашарбека Борисовича Узденова, который с удовольствием откликнулся на нашу просьбу. На этом мероприятии детишки смогут с удовольствием поиграть, смогут покататься на лошадях, им покажут искусство верховой езды. Они смогут увидеть концерт, который организовало Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики специально для них. Гостями конно-спортивной школы стали более полутора сотен мальчишек и девчонок из различных районов и городов Карачаево-Черкесии. Преимущественно маломобильные детки и дети из малообеспеченных семей. Перед началом представления юных жителей республики и их наставников, родителей с праздником поздравил спикер регионального парламента Александр Иванов. Дорогие дети, поздравляю вас с этим самым радостным, ярким летним праздником, Международным днем защиты детей. Этот праздник, который напоминает нам об ответственности за юное поколение и задачах по его воспитанию, а также о том, что взрослым необходимо приложить все усилия для полноценного, гармоничного и всестороннего развития наших детей. Солисты и творческие коллективы исполнили для юных героев дня полюбившиеся многим песни. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья. Эти звездочки отправили спать. Слушай, солнышко, пора нам вставать. Мы сюда приехали, чтобы... Ну, покататься там на лошадях, что-то еще поделать там. Ну, ты раньше на лошадях как часто каталась? Я вообще не каталась, я не хочу на них кататься, не люблю. Не любишь, но сегодня все равно, наверное, покатаешься хотя бы разок. Ну, наверное. Ну, может, даже полюбишь кататься, захочешь сюда снова приходить. Угу, да. Пока одни детки с помощью мастеров делали себе расписные узоры на личиках, другие уже катались на благородных животных. Желающие поближе познакомиться с лошадьми выстроились в небольшую очередь и, сменяя друг друга, длительное время развлекались верховой ездой. Впрочем, в этот день исполнилось многое из того, что загадали ребята. И вкусные угощения, и разного рода аттракционы, и любимые сказочные персонажи. Организаторы постарались сделать этот праздник действительно незабываемым. Артур Мхце, Андрей Дорошенко. Итоги недели.